Мне нужно стерилизовать инструменты перед использованием. Молоток и кол. Что здесь делают эти предметы? Могли ли они выпасть во время драки? Это в самом конце игры пригодится. Это, ну там, где-то в середине игры. Хорошо. Закипело. Нужно руки мыть тщательно. Взять стерильный инструмент. Ну, это мы уже делали. Это правильное место, осталось ввести иглу глубже в вену. Так, ну и вот сейчас ошибочка, о которой я говорил. При наборе крови нельзя снимать жгут. Это когда лекарство вводят, снимает. Но здесь ошибочка вышла. Ампула наполнилась. Прекрасно. Теперь мне нужно положить бутылку с кровью в холодильный шкаф. Пошли. Куда? А, сюда. Запутался. Так, 1905, да? 1905. Ну, это ж дата над дверью. 1905. Это была старая комбинация. Она больше не работает, но я знаю этот тип замков. Если немного изловчиться, я смогу его открыть. Для начала попробуем подобрать первую цифру слева.
Есть. Теперь, короче, уже дальше. Ну, тут, короче, 1042. Видите? Все дальше и дальше. Теперь поставим кровь с 814. Это наш старый, а это новый. Пока закроем, почитаем инструкции. Дорогая мисс Флореску, как и договаривались по телефону, я посылаю вам сводную методичку процедуры, которой следует придерживаться для успешного проведения нашего с доктором Кавару теста. Не пытайтесь производить собственные вычисления, изучая под микроскопом образцы из пипетки. Этому методу недостает точности. Вы должны использовать пробоотборник. Это низковольтный электролитический конденсатор, который всегда захватывает одинаковое количество зернистых лейкоцитов вне зависимости от их концентрации в образце. Таким образом, вы можете сразу же узнать первый параметр, просто рассмотрев волокно Шварца в микроскоп. Чтобы определить второй, как я вам уже объяснял, мы применим тот же принцип, что и для подсчета популяции диких животных. Конечно, измерения всегда несовершенны, и мы должны рассчитывать на определенную погрешность. Скажем, если вы получите вот такие числа, параметр 1, 50% на 50, параметр 2, 1000 миллилитров, это значит, что объект здоров, и можете ставить галочку «Аномалий не выявлено». Однако, если числа такие, параметр 10-90, параметр 2-500, тогда субъект имеет P-аномалию, и это надо пометить в отчете. Заметьте, что P-синдром проявляет себя и через уменьшение общего количества зернистых лейкоцитов и через неравномерность распределения зернистых лейкоцитов. Только рассматривая совокупность обоих параметров, можно сделать безошибочный вывод. Возможно, вы обнаружите у некоторых субъектов аномалию другого вида, отличного от P-синдрома. Например, абсолютно симметричную неравномерность. В таких случаях не забудьте пометить в отчете «неизвестная аномалия» и поделиться со мной. Этот пункт важен для успеха моего исследования. Я понимаю, что все эти действия могут показаться не совсем простыми, но я убежден, что вы совсем чудесно справитесь. Пожалуйста, не стесняйтесь звонить мне по малейшему поводу. Я рассчитываю, что вы соберете актуальные результаты по всем образцам
имеющимся в вашем распоряжении. И позвоните мне сразу, как только закончите работу. Пожалуйста, примите мое глубочайшее уважение. Генрих фон Крюгер. Я посылаю вам запасное волокно Шварца нашим обычным способом. Кнопка «плюс» машины для образцов позволяет наполнить волокно, а кнопка «минус» – осушить. Будьте аккуратны. Любая ошибка в обращении с устройством внесет необратимую погрешность в измерениях. В случае сомнений опустошите пробирку и начните измерение заново со свежим образцом. Боюсь, что недостаточно ясно объяснил принцип подсчета диких животных. Позвольте привести пример. Вы хотите выяснить количество рыбы в озере. Поймайте 100 рыб, пометьте их и выпустите. Подождите, пока они смешаются с остальными, и поймайте еще 100. Если из этих 5, из них 5 окажутся помеченными, значит, доля помеченных рыб в озере составляет приблизительно 5%. То есть 100 помеченных рыб – это 5% от общего количества, которое теперь можно легко посчитать. В общем, ясно, что ничего не ясно. Но приступим к исследованию. Так, нам нужно, во-первых, нужно, как всегда, помыть руки. А ничего, что мы открываем шкаф, беремся за грязную ручку. Так, ладно. Нужно волокно Шварца. Где оно? Вот оно. Волокно Шварца. Вставляем. Мне нужно стерилизовать инструменты перед использованием. Ну да. Надо ж его простерилизовать тоже. Блин. Волокно в баке. Нужно только его стерилизовать. Давайте. Не забыть помыть руки. Теперь из кипятка, понимаете ли, берем и достаем волокно Шварца. Чего-то не хватает. А чего? Пробирки, что ли? Чего-то не хватает. Есть. Я просто не взял это волокно Шварца. Так, теперь. Электроды в этой батарее выдохлись. Нужно поместить кислоту обратно в эту батарею.